дорогие. Вот он мой 16-й вагон. В самом конце. Ну, видимо, сейчас, наверное, перецепят электровоз, и он будет первым. О, Господи. О, Господи. Вон а вокзал-то где. Ну, ладно. Поезд идет до Севастополя, а я до Симферополя. Фу. Ладно, пошла я. Доброе утро, мои дорогие. Ну, тут уже совсем другое дело. Помните, да, как от Питера ехали? Одна вода и кое-где травка. Тут деревья цветут, все в зелени. Ну, южные уже, конечно, регионы. Воронеж проехали. Сейчас будет, по-моему, Лиски. Ой, домики аккуратненькие, все прям. Тоже вода стоит. Ой, не могла сегодня ночью уснуть. Это я, знаете, девчонки, просто уже устала ездить, видимо. Не могу уснуть, вот это. А еще с билетами не очень было. Я же заранее никогда билеты не беру. И вот достались боковые места мне. У них полки уже. Просто вообще не пошевелиться. Какой-то мужчина зашел 2 часа ночи, стал грохотать. У меня вообще сон весь пропал. Ну ничего, я думаю, что я теперь лето-то дома просижу. Ну, надо еще, конечно, съездить по одному делу. Но это ненадолго. Так, все, пошли некрасивые места. Ну, красота ведь. Только я скажу красота. Начинается забор. Ой, жалко, заборы кругом. Симпатичный городок-то, по идее-то. Вон там он где-то храм. Хорошо на улице прям. По сравнению с Москвой, так прям красота. Мальчики наши, проводники. О, Меретинский курорт, поезд. Давно ли я была на Меретинском курорте-то, Господи? Давно. Уже 2 месяца прошло. Ветерочек дует, но он такой тепленький. Не, уже сильный. Ладно, мои хорошие. Пойду в вагон. Mm-hmm.
домики внизу там. Не знаю, как это называется, овраг или что это. Целое селение там расположено. Вон дальше туда. Интересно. Коровушки гуляют, деревья цветут, кусты какие-то цветут. Ну, господи, так аккуратненько все, чистенько перед домами. Просторы-то какие. Чернозем. Ой, этот чернозем, помню, в Туле были у Сережи Сергиенко. Ой, приходишь домой, вся в обувь в этом черноземе. Ее мыть надо обязательно. Едем, едем, и все поля, поля. И с той стороны, и с этой. Ой, какая же наша страна огромная. Вот девочки мои, мальчики. Вот, может, вы живете в своем городе, может быть, никуда не ездите. А я вот прям вот поражаюсь, какая же она огромная. Это еще я до Дальнего Востока не доехала. Ну ладно, едем. В 6 вечера будет Ростов. Не, я уберу. Еще 4 часа ехать. Кутейникова. Название какое. Прелесть какая. Просторы какие. Да, и огромная страна, и богатая. Только людям не достается ничего. Я говорю, вот в поезде же ехал мужик со мной, когда из Мурманска ехали. То он говорит, да все, в Беломорске, он говорит, уже в лес за грибами, за ягодами. Просто так не пойдешь. Бумага нужна. Лицензия на все нужно. И на рыбалку, и на охоту, и на грибы, и на ягоды. Это сейчас я почему вспомнила, вот сейчас ехала, не успела снять. Прям явно частное владение, забор с колючей проволокой. И там такие деревья расшикарные внутри. Вот так. Все лучше при советской власти было. Все лучше и детям. А теперь им, детям нашим, которых мы всей страной кормим, одеваем, обуваем, покупаем им поместье за границей. Вон, видите, он тоже чего-то. Ну,
здесь просто, видимо, охраняемая территория. Ну, да. Ну, что делать? Так было и так будет. Ничего с этим не поделаешь. Хотя иногда хочется пойти пострелять. А вам не хочется? Ну, смотрите, вон все огорожено. Забором из сетки. Ничего, они железную дорогу закрывают. Но там проходы свободные. Ну, вон. Что-то тут делать будут. Или скоростные поезда собираются пускать. Ветку, что ли, еще тянуть будут. Да. Вы посмотрите, я вот вся такая в пуху, в меху, пойми в чем. В ху-ху. Ну, кошмар. Ну, вот, как я выйду из поезда? Мне же еще на автобусе ехать. До меня видео увидит, испугается. Скажет, откуда ты, бабушка? Красота. Не успела снять, там была вода. Прям такой длинный пруд, вон тюльпаны цветут. Ой, сирень. А у нас что, в Черноморском уже отцвела, что ли, сирень? Может, еще цветет? А я про нее и забыла. Не знаю, что это за городочек или что это. Это чудесное место Миллерово. Но мы тут даже не остановились. Ехать мне еще 17 часов. Обалдеешь. Книгу, которая у меня была, я уже прочитала. Пошла к проводнику. У него только две книги под таким названием патриотичным. «Застава в огне». Я говорю, не-не-не, спасибо. Как-то «Застава в огне» не хочется. Да еще две книги. Так что заняться нечем. Можно было бы, конечно, вытащить бусинки и начать делать. Но у меня, к сожалению, закончился с собой лимит шапочек. Ну и нет таких пинов-гвоздиков. А то я бы сейчас сидела да делала мне чего. Мне все равно где. Ну вот, короче, буду теперь мучиться ехать. Интернета нет ни шиша. Будет в Ростове теперь, но это еще 4 часа. И что мы там полчаса постоим? И все. Ну ладно. Делать нечего, ехать надо. Поля. Фу, да что ж такое. Только начну снимать либо заборы, либо составы. Ну что вот это?
Кошмар какой-то. Ну, сейчас проедем, ладно. Я что хочу сказать-то? Вот это и есть наша страна, наша Россия и наши люди. Так, ну, когда это кончится? Алло. Ну, слава Богу. Вот эти домики, огороды, деревья цветущие. Вот. Вот это мы, наша страна. А не те, кого показывают по телевизору. Они как... Блин, как вот сказать-то? Прилепившиеся к телу страны и сосущие из нее кровь, благо, деньги. Да, они, конечно, делают что-то. Делают. Но не для людей. Для людей одна показуха. А люди всегда... Власть отдельно живет, а люди отдельно живут. Ну какая прелесть вот эти вот деревеньки. Прям... Мне так нравятся аккуратненькие, чистенькие. Не, ну, конечно, поближе-то может там рассмотреть. Может, там и не так чистенько, но вот так прям, как, знаете, такая пастораль на картине. Ну, знаете, да, когда пастушка с пастухом такие на фоне красивых овечек, так и деревеньки эти тоже. Что-то меня на романтику потянуло. Сейчас мне проводник сказал, что в Ростове к нам в вагон сядут 30 человек. Куда они влезут? Ну вот у меня тут пусто, да? Пустое купе. А, и вот там еще одно пустое есть. Ну и верхние полки. В общем, короче говоря, сейчас в Ростове набьется полный вагон. Не зря билетов-то не было. У меня такой вопрос. Что, Ростов в Крым переезжает, что ли? В полном составе. Вон ветряки. Ростовчане и так вроде на юге живут-то, да? Еще южнее едут. А, красота.